же ты крив. Я всегда знал, что ты кусок радиоактивного дерьма. Скажи спасибо Глушику, что не дал тебя хлопнуть. Алексеем звать? Уже трое. Может, еще кто по кустам прячется? Я ведь пипец какой смертоопасный. Он не сказал, чтобы я не забыл вернуть. Значит, рассчитывает на честную сделку, как с Гариком. Дождемся, и тогда их хабар станет нашим. Порошок, зубы чистить и в столовку. В ответ, а в следующем мгновении остался. Пополам меня не устраивает, да и маловато проток. Зона, сам понимаешь, каждый день что-то новенькое. Гриф повернул Алексея. Алексей робко улыбнулся. Когда это он понимать стал? Что-то в сталкере после этого все удара переменилось. Немногое, едва уловимое. Даже и не скажешь сходу, что именно. Алексей даже не поверил, что это и есть та самая катушка. Ни на значок на карте, ни на ниточную катушку она не была похожа. И взрачный, но ведь мягкий, и изредка встрепенулся. Да, ты их всегда оставляешь, черт. Я думал, что паренек сгинет где-нибудь за крестом Брома или того раньше. Ты чего это задумал? Тебе все равно уже ничто не поможет. И Леша гроб начал собирать, а, Гриф? Сейчас ей предстоит последняя, восьмая операция. Срочно нужны деньги. Ты понимаешь, последний транш.
Эй, Цимус, мы тут подумали и решили, что лучше будет, если отдадим тебе эту чертову катушку. Ты нас выведи, я тебя отблагодарю. Хочешь деньгами, хочешь оружием. У нас на складе конфискаты завались. Меня жена и два сына в городке дожидаются, понимаешь? Помоги! Но Гриф уже не Гриф. Он сам не знает, кто он сейчас.